Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Oblivion. Мы находимся в Энвиле. Здесь нас, в принципе, встретили довольно прохладно, потому что пока что мы не нашли ни нормальной работы, ни интересных каких-то предложений, чем-либо заняться. Но зато в итоге, выйдя в бухту, мы повстречали воина мифического рассвета, который попытался нас убить. Теперь он, вернее она, кормит рыб. Что, в принципе, довольно-таки логично. Нечего связываться с поп-копом. Так, хорошо, мы Я так понимаю, что ты хочешь чего-то. Так чего же? Так, ладно, не будем мешать этим, без сомнения, интеллигентным господам и двинемся своей дорогой. Кому-нибудь из них удалось пробить ее защиту. Так, я знаю, радушие Джерала. Хорошо, давайте заглянем сюда. То есть мы пока осматриваем город на предмет интересной работенки для себя. Понятное дело, что нами движет исключительно жажда наживы. Помогать кому-либо просто так мы не намерены. И среди прочего, здесь интересные детали. Здесь есть банда, которая промышляет чисто ограблением женатых мужчин. Банда, напомню, состоит исключительно из девушек. Надо будет с ними разобраться, если вы понимаете, о чем я. Так. Здравствуйте. Я Норберт Лелис. Пусть мои товары говорят сами за себя. На Рона Уизли похож. Если увидишь что-то, что тебе нравится, мы поговорим о цене. Хорошо, здравствуй, Норберт. Оглянись или вокруг. Или Рон. Ты не найдешь лучших цен во всем Темриэле. Да я скорее продать хочу. Вот двемерский лук, допустим. Это хорошая сделка. Так, что еще? У меня еще что-то было. Теневая охота в так себе состоянии, честно говоря. Надо будет ее... починить. Со мной по-прежнему мое кольцо теней. Да и в принципе, я даже не знаю, рог Минотавра. Это больше, чем я... Сердце доедра. Думаю, это честная сделка. Так, стена молнии и всякая прочая магическая ересь. Это мне честная необычно, сделка. Вернее, обычно не нужна. Мы пользуемся более стандартными подходами. Подкрасться сзади, ножиком по горлу, и все довольны. Так, а что у меня, кстати, по стрелам там? 55 серебряных стрел, это довольно мало, я считаю. Но у него там так себе стрелы, только стальные, поэтому брать не будем. Хорошо. Выходим. Спасибо, заходи еще. Хорошо, Рон. Пока. Пока. Это, конечно, довольно глупо. Он явно видит меня. Ну-ка, так, подожди. Тихо. Что это за вор, у которого кончаются отмычки? Это же позор. Я бы даже сказал пазор. Так, тихо. Спокойно. Добрый день. Дела. Отлично. Хорошо. Есть новости из других частей Тамриэля? Говорят, синдикаты волшебников наложили вето на торговлю имперскими товарами в землях Альтмера. Здравствуйте. Разрешите? Среди Альтмеров Извините. Есть могущественный... Казалось бы, прибрежный городок, море. Но, блин, снег идет. Ну как так? Я уже думал, что этот город мне очень понравится. Алоэ? Как поживаешь? На самом деле хорошо. Могу я тебе помочь? Как дела? Что я могу сделать для тебя? А, это же ты. Это у нас сумасшедший Еще парень. Еще увидимся. Так, полный кубок. Таверна. Но я не думаю, что нам туда сейчас надо. Ух ты. Художник. Там, если что, на этом маяке мы были. Уже давным-давно. По заданию Темного Братства. И хозяин этого маяка погиб. Здравствуй, милая дама. Как твои дела? Астия Инвентиус. Жена этого лесного жителя, Пинаруса Инвентиуса. Он всегда на охоте. Готов на все, что угодно, лишь бы ничего не делать по дому. Прям как я. Расскажи мне про Велвина Бенеруса. Этот бездельник? Он торчит в графском гербе. Понятно. Хорошо. Что слышно в последнее время, милая дама? Слыхали? Пропавший наследник. Да, это мы слыхали. Еще увидимся. Так, хорошо. Давайте посмотрим, какие у нас квесты есть.
До меня дошел слух, что... Понятно. Хочет продать особняк в Энвиле. Нужно найти его и узнать, что он предлагает. Так, это у нас получается дальше по дороге. Ну, ладно, в Энвиле, в принципе, интересно, я думаю, будет купить какое-либо здание. По-моему, неплохо. Погодка, ну распогодься, пожалуйста. Что ж уже, я не знаю, сколько снег идет. Это ж кошмар. Здравствуйте. Хорошо. Угадай, кто я? Кен Лорн или Мэн Лорн? Ну, судя по тому, что у тебя справа внизу написано Кен Лорн, то я думаю, ты Кен Лорн. Точно! Тот, кто в синем. Ты помнишь? Хорошо. Вы его помните? Береги себя. А я-то... Так, кстати, надо выйти из сумрака, а то народ может не понять. Так, снег кончился, но это туман, и это какая-то мгла такая. Не особо. Башня стражи. Пока что одни частные дома. Ты, похоже, проныра. А ты, похоже, сама такая. Че обзываешься? Я могу что-нибудь сделать для тебя? Вот стоило зыркнуть на нее. Я сразу испугалась. И тебе всего наилучшего. Миленько. Такой старый пошарпанный дом. Это ж кошмар. Так, и где там этот товарищ, который пьянствует? Похоже, где-то в этом доме. Хорошо. Зайдем с заднего прохода. Приветствую. Приветствую. Салют. Что новенького? Здравствуй. Тебя не интересует недвижимость? Если интересует, я продаю особняк, находящийся прямо здесь, в Анвиле. Ну, смотря какая цена. Сколько стоит? Да, я продаю дом моего дедушки. Особняк Бенни Руса. Если тебя это заинтересовало, я готов уступить его за весьма скромную сумму. Глаза у тебя наглые. Мне нужно срочно продать его. Меня ждут неотложные дела в другом городе. Можешь пойти взглянуть. Особняк находится напротив часовни, через улицу. Да я Когда ты купишь его, получишь ключ от входной двери и свидетельство собственности. Вот так. Ну, покупаешь? У меня нет 5000 золотых, но я скоро вернусь. Что ж, я буду здесь каждый день с полудня до полуночи. Если передумаешь, дай мне знать. И сейчас этих денег будет еще меньше, потому что мне нужно найти кузнеца. Среди альтмеров есть могущественные маги. Ситуация может стать опасной. Безопасность. Так, ты у меня ворованный, конечно же, не купишь камни. Я Вилбур, владелец графского герба. Мы сдаем комнаты и предлагаем нашим гостям еду. Могу я чем-нибудь помочь тебе? Особняк тут товарищ продает. Судя по названию квеста, где обитают духи, что-то с этим не так. Не расскажешь? Местный джентльмен ищет покупателя на свой особняк. Это великолепное здание, хоть и запущенное, и цена очень хорошая. Ну? Этот особняк принадлежит Велвину Бенирусу. С ним... Понятно. Давай займемся делом. Так, давай займемся. Возьмешь зубу огра. У него 50 золотых всего. Я не могу согласиться на такую цену. Это у него недостаточно золота, скорее нет. Так, хорошо. Ну, ладно. Спасибо, что не забывай. Пока. Оставь меня в покое. Это ты меня в покое оставь. Привет, это ты? Как дела? Что? Я Арвена Телас. Меня часто называют крысиной леди из-за моих домашних крыс. Понятно. Молодец. Не береги себя. Мне повстречалась пара... Так, хорошо, давайте найдем пророка и поговорим с ним. Что же такое? Это что-то интересное, я думаю. И мне кажется, несмотря на очевидную религиозность этого задания, мы сможем там неплохо навариться. Или, может быть, сходить в гильдию воров, говорю, магов и попытаться как-то... Посмотри, у него Болу Йонг прям... И попытаться найти там работу. Привет. Привет. Давайте, наверное, в гильдию магов сначала
подзаработаем денежек. Я думаю, где-то 500 золотых. Ну, то есть гильдию бойцов, что я несу. Кстати, в гильдию магов давайте зайдем и посмотрим, нет ли там какого-либо товарища, который мог бы нас научить интересному заклинанию. Я, правда, не знаю, как это делать совершенно. Я никогда не пробовал учиться. Привет, я могу чем-нибудь помочь тебе? Возможно, ты подумываешь о том, чтобы вступить в гильдию магов. Ну, на самом деле, маг из меня как из какашки пуля, поэтому пока не думаю. Хорошо, что ты хочешь совершенствовать. Так, иллюзия нам не нужна. Хорошо. И тебе всего наилучшего. И вам не хворать. Я Филен Релас, член гильдии магов. Я занимаюсь обучением алхимии в Анвильском отделении. Угу. Знание, сила. Алхимия, понятно. Прощай. Может, ты? Марк Гулит, заклинатель гильдии. Так, это разрушение. Это тоже не наш метод. Пока. Пока. Здравствуй. Так, ты, судя по всему... Ну, давай посмотрим. Приветствую тебя. Я Таурон, специалист гильдии магов. Хорошо, давай займемся делом. Неплохо. Так, у нас немножко не то. Поглощения разные, удаленное манипулирование. Интересно, конечно, но это не поп-коп уже будет. Ну что, попробуем. Так, давайте подождите секунду. Я посмотрю, просто убежусь, что у нас лечение легких ранений. Да. Всего наилучшего. Продолжай. Могу я заинтересовать тебя? Так, хорошо. Я думаю, это будет получше. Еще. Все, пока. Хорошо, итак, на быстрый слот. Да, на восьмерочку его поставим. Удачного тебе дня. Хорошо. Зато отнимает, конечно, по полной. Но я думаю, лечить будет быстрее. В принципе, все, что я хотел делать в гильдии магов. Теперь пойдем в гильдию бойцов. Найдем немножко работы, потому что, честно говоря, мой меч застоялся без дела. Ох, человек-соседушка проснулся и опять долбит. Сегодня воскресенье, время 8 вечера. Но ему без разницы. Как дела? Что ты хочешь? Я хочу от тебя не особо, честно. Если я не могу что-то починить, значит оно не сломано. Давай. Еще увидимся. Так, теперь посмотрим. Лук, конечно, у нас довольно-таки посредственный в плане крепости. Заряжать его, в принципе, тоже не особо охота. Кстати, давайте сигильский камень, если он у нас есть. Я же еще не протратился. Так, сигильский камень. Повреждение магии, повышение это магии. Вот, дробящий, это тоже не то. Ну, давайте на сапоги. Хорошо. Так, подождите, я опять что-то... Boots of Steel. Boots of Steel. Хорошее название, я считаю. Так, ладненько. Кто у вас тут заведует раздачей заданий? Я не думаю, что, кстати говоря, мы найдем что-то у вас. Но, по крайней мере, мы можем по твоей наводке, дама, попробовать найти местную банду, что тоже будет довольно интересно, я считаю. Так, ты у нас обучаешь дробящему оружию и только. Столовка. Блин, меня Я слушаю. Продолжай. Я Руфриус Венисиус, учитель рукопашного боя гильдии бойцов. Я не совсем понял, ты только что говорил женским голосом или мне показалось? Знание – ключ к успеху в любом начинании. Кратист. Я многое могу пок... Так, хорошо. Тебе нужно многому научиться. Отлично. Береги себя.
Так, больше тут никого, да? Сыр... Не. Приветствую. Я не знаю, что и думать о нападении на часов. Ух, собака, прикольно. Все, похоже, становится хуже и хуже, а? Несомненно. Служебное помещение. Тут только нашим можно находиться. Вот что-то главного нет. Блин, кто у вас тут главный, интересно? Интересно. Вино я, пожалуй, прихватизирую. Королева волчица. Понятно. Так, ну что я могу сказать? Канцелярские принадлежности. Ух ты, прикольно. Золотое кольцо, золото, платиновые монетки. Кто-то говорит, что они не нужны. Мне просто приятно их собирать. Так, хорошо, пойдем к кузнецу. И после этого, я думаю... После этого, я думаю, мы займемся поиском банды женщин-грабительниц. Добрый вечер. Лэнси Ларам, гильдия бойцов душой и телом. Хорошо, Лэнси. Ничего ты мне сказать До не можешь. До свидания. Да? Моджа, хороший Моджа. Молодца. Так, пойдем продадим все. А это считается за краденое, нет? Нет, не считается. Отлично. Народ, кстати, в комментариях пишет там. Говорят, про... ты знаешь, как нужно двигаться в легких доспехах. О, да, я знаю, поверь мне, тебе лучше не связываться со мной. Пишет в комментариях какие-то там богоюз, который поможет заработать кучу денег. Но вы же понимаете, что я не буду этим заниматься ни в коем случае. Это же просто будет очень глупо. Так, что за миротворцы? Я думал, что это кузнец. Это, походу, и есть кузнец. Здравствуй, Варел. Варел Морвейн. Я изготавливаю оружие и доспехи здесь, в Анвиле, уже 30 лет. Люди говорят, я хорошо работаю, и я не собираюсь спорить с ними. Ты знаешь, у тебя такая колоритная внешность. Офигеть. Неумно носить. Ничего. Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Дубинка подчинения. Неплохо звучит. Так, стрел надо будет купить. Хорошо, давайте продадим все ненужное. Я не знаю, вот эти стрелы может продать, они по одной, по две, по три. А денежку за них, да, в принципе, особо не выручишь, поэтому ладно, пусть будут. Так, вот вам эльфийский кинжал. Хорошо. Железный шлем. По чуть-чуть, помаленьку. Кстати, давайте поторгуемся. Я обычно, я сам вот как человек по жизни не люблю торговаться. Во мне никогда не было такой жилки какой-то такой предпринимательской. Поэтому как-то и в игре я тоже не люблю этим заниматься. Не знаю. Так, пустой камень душ. Сам я их не заряжаю, поэтому, возможно, их стоит продать. Я лучше буду покупать. Это так, больше, окей. Чем я плачу обычно. Вот это у нас есть, но это мы зарядим лук в случае там крайности какой-либо. Хорошая цена для хорошего клиента. Так, ну, монетки продадим, что ли? Будет 60? Да нет, я буду коллекционировать. Это мое мини-хобби будет такое. Так, у нас 3800, и теперь нам нужно купить стрел. Ну, в принципе, все 125 возьмем. Получилось ли? Спасибо. С тобой приятно иметь дело. Ты тоже молодца. И тебе всего наилучшего. Ладно, пока. Так, теперь мы... Обучение скрытности, это не то. Говорят, что в округе бесчинствует банда разбойниц, которые охотятся на энвельских мужчин. Подробностей я не знаю, но мне посоветовали поговорить с Тоганом и Мейлоной, двумя жителями Энвилла. Вроде бы Гоган имеет прямое отношение к происходящему, хотя я и не до конца понимаю, как именно.
Так, это у нас где-то в западной части города. А, нет, в восточной. А, ну да, в западной он уже. По карте по-другому. Как Но он поживаешь? Уже вполне возможно спит, поэтому, возможно, придется его подождать. Хозяева! Здравствуйте, я к вам по делу. Да? Что ты хочешь? Я хотел бы тебя узнать про ту самую банду. Поговори с Мейлоной. Здесь командует она. Она и судья, и присяжный, и палач. Хорошо. Поговори с ней. Похоже, у нее есть ответы на все вопросы. Так, а где мне ее найти? На втором этаже, что ли? Мейлона, вы где? Здравствуйте. Привет. Не поможешь ли вытащить из беды моего мужа Гогана? А что он сделал? Поверь мне, ему очень нужна помощь, чтобы выбраться оттуда, куда он вляпался. Знать, что он попался на удочку этой банды... я готова убить его. Извини. Я тут болтаю, а ты, похоже, ничего не понимаешь. Сейчас я все объясню. Продолжай. Женщины из этой банды используют свои чары, чтобы заманить мужчин в уединенное место, где грабят их до нитки. Это продолжается уже довольно давно. Городская стража мало что может сделать. Ограбленные мужчины настолько этого стыдятся, что не хотят сообщать о преступлении. Возьми, например, моего бестолкового мужа Гогана. Их прелести заинтересовали его больше, чем мои. Конечно. Обидно, наверное. Но расскажи еще чуть. Когда Гоган был с женщинами, они забрали у него нечто очень ценное. Нет, это не то, о чем ты думаешь. Когда они заманили его в свое логово, у него была с собой фамильная драгоценность, колечко, подаренное ему в день нашей свадьбы. Это кольцо моей матери. Оно в нашей семье уже несколько поколений. Я готова отдать все деньги, что у меня есть, лишь бы вернуть его. 100 золотых. Ты Сколько? Сможешь помочь нам? Ну, ладно. Мало, конечно. Но если у тебя больше нет, поверим. Смотри, как скромно смотрит. Помогу тебе, что уж, горемыка. Но 100 монет, запомни. Спасибо. Боюсь, я мало чем буду полезна. Но я сделаю все, что смогу. Хорошо. Ну, что и сможешь ты? Могу сказать только, что лучше всего начать с полного кубка. Это таверна за городскими стенами, прямо на берегу. Знаю такое. Возможно, Гоган сможет сообщить тебе еще какую-нибудь информацию. Блин, он только что ушел, поэтому ищи его. В полном кубке найдешь все худшее, что может предложить Анвил. Будь все время на чеку. Спасибо, мамочка. Погнали. Так, куда ушел Гоган? Гоган, ты где? Указатель, что ты делаешь? Прекрати, пожалуйста. То есть, по сути, он здесь, но я не вижу его, да? А, вот ты, блин. Господи. Что ты хочешь? Расскажи-ка мне про банду. Вижу, моя жена не может держать язык за зубами. Да, это так. Эти сирены отняли у меня фамильное кольцо. Мне стыдно вспоминать об этом происшествии, но не настолько, чтобы не просить твоей помощи. Я сидел в полном кубке, когда туда вошла самая очаровательная женщина Норд из тех, что я видел. А за ней не менее красивая женщина-имперец. Мы перекинулись парой фраз, и я последовал за ними на ферму. Когда мы вошли внутрь, они попросили меня снять одежду и все остальное. Ну, я сделал, как они просили. А затем они обнажили оружие и ограбили меня. Они отправили меня домой почти голым, шлюхи. Шлюхи! Пожалуйста, помоги мне вернуть кольцо.
Я хочу сохранить то, что еще осталось от моего брака. Ну, ты реально лошара, конечно. Ну, хорошо. Я всего лишь мужчина. Как я мог сопротивляться? В какое же дерьмо я вляпался? Головой надо думать, головой. А не... Вы поняли. Хорошо, пойдем в таверну. Будем надеяться, что нас тоже подцепят. Да. Да-да. Полный кубок. И вот мы здесь. Время как раз вечернее. Так, что? Я раньше тебя здесь не видела. А, и ты тоже одинок? Как это грустно. Впрочем, если тебе интересно, думаю, мы можем решить эту маленькую проблемку. Понимаешь, мы с Фаустиной здесь тоже совсем одни. Мы ищем компанию. Похоже, ты именно то, что нам нужно. Я скажу тебе вот что. У нас есть уютная ферма недалеко отсюда, где мы могли бы, познакомиться друг с другом ближе. Значительно ближе. Я помечу ее местонахождение на твоей карте, чтобы ты не забыл, где нас искать. Давай встретимся там в 11 вечера. Я обещаю устроить тебе ночь удовольствий, которую ты не скоро забудешь. А что мы будем делать? Тебе что, все нужно объяснять? Ты мужчина, а я женщина, и я хочу. Об остальном догадаешься сам. Приветствую. Я повелся. Не заставляй нас ждать. Недавно в воде мне померещилась стая грязевых крабов. Не могу дождаться нашей встречи. Не заставляй нас ждать. Девочки, а что мы будем делать? Я так и не понял. Надеюсь, ты не собираешься спать этой ночью? Ну, я не знаю. Ты делаешь ставки на арене? Ладно, я буду там. Тот парень, которого... Я буду там. Хорошо, где эта ферма? Ничего так. Где она? А, вот. Так, блин, пешочком идти, что ли? Подожди, это получается. Почему мне указатель? Указатель мне на врата указывает. Понятно. Мы пойдем отсюда. Мочу. Как поживаю? Поживаю отлично. Меня две девушки на ферме ждут. Хорошо, что я такой акробат. Так, окей, нам куда-то вон туда. Я думаю, это будет круто. Ой, Обливион, все-таки, как и любая игра серии The Elder Scrolls, это реально отдых. Реально очень, очень круто в этом плане. Нужно отвлечься от всех проблем. У меня сейчас далеко не самый приятный... период жизни, но приятный, конечно, ремонт, но это такие стрессы каждый день, вы не поверите, блин, ночами даже просыпаешься иногда, бывает, думаешь, что что-то забыл, и во сне тебе это снится, а просыпаешься, такой, и вот это вот, блин, напряжение, оно мало того, что там один день такой случается, каждый день что-то подобное, и просто, блин, думаешь, скоро поедет крыша, а потом садишься в Обливион поиграть, и... Все становится на свои места. Обливион, Мизери. Ну, Обливион, конечно, гораздо интереснее. Я в Гведене. Теперь нужно подождать до 11 вечера, войти в дом и выяснить, что задумали Фаустина и Сигни. Время 10. Десять пятьдесят семь. Так, ну, будем пунктуальны. 58. Снежок все идет и идет.
Все, пойдем. Нас ждут дамы. Вижу, ты решил принять наше предложение. Хорошо. Я рада видеть тебя. Сигни скоро придет. Уверена, мы найдем себе занятие, пока ее нет. Что ты там стоишь? Наверняка тебя стесняет эта одежда. Давай сними ее и положи вон там, на столе. Боюсь, так не пойдет. Что? О чем ты говоришь? Разве ты не хочешь развлечься? Давай же, не бойся. Или ты здесь зачем-то еще? Мне нужно кольцо Гогана. Черт, я так и знала. Ты работаешь на городскую стражу? Я не думала, что они настолько глупы, чтобы послать тебя сюда в одиночку. Но раз так, мне надо было догадаться еще тогда, когда скупщик сообщил мне, что кольцо — подделка. Оно ничего не стоит. Это все часть плана стражников, я думаю. Ладно, девочки, у нас гость, который не хочет сотрудничать. Окей. Тихо, 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 дама. Ты посмотри на эту каджитку. Минус одна. Любительница погорячее. Вторая. Ну что скажешь теперь? Сдавайся. Войдя в дом, я встретил Фаустину, которая стала уговаривать меня снять оружие, доспехи и одежду и сложить их в сторонке. Зная, что это часть их плана, я отказался. Она закричала, и в дом ворвалась вся остальная банда. При оружии, готовая к бою, у меня не оставалось иного выбора, кроме как убить их. Мы так и предполагали, что ты удивишься, увидев нас в униформе. Вижу у тебя озадаченный взгляд. Спрашивай. Вы охренели, что ли? На самом деле, Гоган и я городские стражники Анвила. Можно сказать, что мы работаем под прикрытием. Мы пытались разоблачить банду Фаустины несколько месяцев, но каждый раз, как мы допрашивали ограбленных ими мужчин, жертвы отказывались говорить. Разбойницы выбирали женатых мужчин именно по этой причине. Мы решили, что есть лишь один способ остановить банду – подослать к ним чужака. Мы выбрали для этой роли тебя. Сожалею, что все окончилось кровопролитием, но ясно, что рано или поздно кто-то бы все равно пострадал. Подождите, то есть, если они выбирали женатых мужчин, то почему они выбрали меня? А что насчет Фаустины? Мы здесь все приберем. Тебя это не должно волновать. Я уверена, что у тебя не было другого выбора. Если когда-нибудь окажешься в Анвиле, заходи, поболтаем. Да, пожалуйста, не рассказывай никому, что мы стражники. Славная работа. Вот твое вознаграждение, как я и обещала. 800 золота. А это гораздо лучше, чем 100. Но вы знаете... Только смотри, не потрать сразу все. Замолчи к чертовой матери. Что-то мне неспокойно, что-то мне подсказывает, что меня в очередной раз хотят кинуть. Чьи-то какие отстойные. Вы, я надеюсь, не против, если я сейчас тут маленько пошерщу и... Ух ты, блин, какая кровать, настоящий траходром. Извини, сейчас я не могу говорить. Это будет моим. Нужно еще многое сделать здесь. Мы можем... А вы заметили, что у меня магия тратится, когда я... земляника. Так, зачем я миску взял? Нужно еще многое сделать здесь. Мы можем поговорить позже, в Анвиле. Ну, уходите тогда. Я бы домик, честно говоря, себе прибрал этот. Ты посмотри. Это все мое. Ну, неплохо, что. Так, дверь открыта. Это был прикольный квест. Только у меня какое-то чувство, что... Что-то я еще не знаю. К-
Это же просто манна небесная. Вот. Видите? Так, кстати говоря. Где оно там? Я вечно забываю, где свитки находятся. Или у меня их просто нет. Подожди, свитки же... Да черт с ним. Ладно, давайте открывать. Первый. Второй. Неплохо, неплохо, неплохо. Награбленное я возьму себе. Так, одежда всех. Письмо. Я не могу дождаться минуты, когда увижу тебя сегодня вечером. Каждый день я думаю о том, когда мы встретимся снова. Скоро мы поженимся и всегда будем вместе. Твоя настоящая любовь. Это мне пригодится. Капец, они тут пограбили. Это все мое. Все теперь принадлежит мне. Если кто-то хоть слово скажет, я просто разрублю его напополам. Свадебный подарок. Ты посмотри. Неплохо, неплохо, дамочки. Мы могли бы с вами договориться. Если бы вы мне все по-добру, по-здорову отдали, вообще все, то я бы вас не убил. Туфли чьи-то, одежда, я не знаю, просто неплохо устроились, да? Похотливую деву читают. Молодцы. Это вообще, конечно, очень смешно. Так, знаете что? Для полного успокоения я сейчас вообще посмотрю, что у них есть в карманах. Извини, сейчас я не могу говорить. Нужно еще многое сделать здесь. Мы можем поговорить позже, в Анвиле. Так, у тебя фигня всякая. У тебя тоже. Ну, судя по всему, они чисты передо мной. Действительно, не врут. Хорошо. Извини, сейчас я не могу говорить. Как я это назову вообще? Просто нашими руками они... сделали все, всю грязную работу. На мой взгляд, это было не очень круто с их стороны, но, тем не менее, мне понравилось то, что происходило в этой серии, потому что это было реально необычно и, кроме того, очень смешно, потому что эти бабы... Бабы есть бабы. Такие причем, ну, вы поняли, это было реально круто. В следующей серии мы еще посмотрим, что можно найти в этом городе. А скорее всего, знаете, в следующей серии мы пойдем пообщаемся с пророком и, возможно, начнем какой-то интересный квест. Насколько я знаю, это что-то DLC-шное такое, то есть дополнение рыцаря 9, что ли. Ну, в общем, оно не очень большое, но очень интересное, судя по всему. Так что увидимся. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.